Об изменениях формата известного интернет-проекта «Батюшка онлайн» губернатору Сергею Морозову рассказала в личной беседе его создатель Надежда Земскова. Основная суть проекта в том, что любой житель нашей страны может задать вопрос священнослужителям и получить на него исчерпывающий ответ. За 6 лет его существования священники ответили более чем на 200 тысяч вопросов. В том году проект «Батюшка онлайн» стал лауреатом международного фестиваля «Славим Отечество». Его проводит супруга Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, ее фонд социально-культурных инициатив. Губернатор предложил Земсковой организовать ряд встреч с населением в каждом муниципальном образовании в рамках грядущего пасхального фестиваля. Он продлится с 16 апреля по 9 мая. Если бы вы не возражали, мы могли бы, так сказать, вот провести почти в каждом районе такую встречу в рамках вашей программы «Батюшка онлайн», чтобы, так сказать, люди могли позадавать вопросы и получить те ответы, которые очень-очень востребованы. Создатели готовы презентовать и новую версию проекта «Батюшка онлайн. Лайф-версия». Мероприятие состоится 7 апреля во Дворце творчества детей и молодежи в рамках празднования Благовещения Пресвятой Богородицы. У ульяновской молодежи появится возможность задать вопросы, обсудить волнующие темы по ту сторону экрана. На мероприятие уже записались десяток школ, гимназий, лицеев, СУЗов и вузов. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».